Юрий дал в удел князю Василию Коломну. Приехав в город, Василий стал отовсюду созывать к себе народ, бояр и князей. К нему шли охотно, ибо Василия признавали законным государем. За несколько дней Москва опустела. Горожане со всем своим имуществом выехали в Коломну, где не хватало места для людей в домах, а на улицах для обозов. Юрий Дмитриевич, видя невозможность оставаться в Москве, сам отправился в Галич и объявил Василию Васильевичу, что уступает ему столицу. Вскоре Василий со всеми подданными вернулся в Москву. Дорога от Коломны до Москвы представлялась улицей многолюдного города, где пешие и конные, обгоняя друг друга, стремились вслед за государем.